Где потеряешь, там найдешь. Ну уже, Мириам, поцелуй меня. Ты прекратишь когда-нибудь? Отстань от меня. Мириам! Похоже, что у Лемеха сегодня отвратительное настроение. А ты как думала? Пришло письмо из Капернаума от твоего брата. От Ионы? 100 лет его не видела. Что он пишет? Откуда я знаю? Симон книжник его получил. Тебе придется сходить к нему домой. Даже не думай. На меня все будут пялиться в той части города. С самого утра и пойдешь. Вдруг твой братец денежку прислал. А тебе какая разница? Ты мне должна. Это ты мне должен жалование за месяц. Я ничего не должен таким блудницам, как ты. А ты что уставилась? У меня язык не поворачивается сказать, кто ты такой. Не отходи от меня. Чем могу помочь? Меня зовут Мариам. Мне сказали, что у вас есть письмо для меня от моего брата из Капернаума. Я бы с радостью пригласил тебя зайти, но... Не подобает грешнику входить в дом праведника. Можешь обижаться, но я не собираюсь извиняться за то, что оберегаю свой дом от греха. Да, у меня действительно есть письмо для некой Мириам. Иона из Капернаума желает сообщить своей сестре Мириам в Иерусалиме, что... О, дорогая, что он при смерти. Еще говорится о том, что к тому времени, пока письмо дойдет, он уже, наверное, умрет. Женщина. Он выслал деньги? Нет, они от меня. Здесь 10 серебряников. Они будут твоими, если пообещаешь начать новую жизнь. Благодарю вас. Ради бога, иди же. Таким, как ты, здесь лучше не показываться. Уходи! Иона. Иона. Как он? Боюсь, он умирает. Иона, послушай. Иисус пришел в селение. Я отведу тебя к нему. Нет. Мне нельзя к Иисусу. Он вылечит тебя, если ты поверишь. Я видел, как он исцелял других. Не хочу, чтобы он меня видел. Я растратил свою жизнь на грехи. Я заслуживаю смерти. Он все еще жив. Давай, отнесем его к Иисусу.
Но он умрет, как только мы его приподнимем. Ты его видишь? Нет, но я слышу его голос. Дай мне посмотреть. Простите, пожалуйста. Извините. Мы несем тяжело больного. Ему нужно увидеть Иисуса. Все хотят увидеть Иисуса. Ждите своей очереди. Не уподобляйтесь тем, кто внешне кажется праведным и чистым, но изнутри переполнен грехом и нечестивостью. Простите меня, Иисус, но у меня нет выбора. Опасные люди. Твоя вера прекрасна. Нет. Успокойся. Я прощаю грехи твои. Это уже богохульство. Никто, кроме Господа, не может простить грехи. Почему мои слова так удивили тебя? Что для меня сложнее сказать? Прощаются твои грехи или сказать «Встань, возьми свое ложе и иди». Но я... Сложнее всего исцелить. Правильно. Теперь, чтобы ты знал, я имею власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свое ложе и иди. Он исцелен. Смотрите, он встает. Чудо! Я прощен. Это для меня ценнее жизни. Иона! Самуил! Спасибо тебе! Спасибо вам! Я ваш должник навеки! Ты куда собрался? В Иерусалим. Я должен найти свою сестру Мириам. Она должна узнать о деяниях Иисуса. Бог, помощь Иона! Это, наверное, Иисус и толпа его последователей. Они движутся в нашу сторону. Скажи, Матфей, что может быть прекраснее денег? В смысле, только полюбуйся, мы столько заработали. В смысле, украли. Да ладно, не будь ханжой. Что изменилось от того, что мы собрали немного денег и в свой карман? Все сборщики так делают, и ты так поступал, пока не превратился в святошу. Так неправильно. Нечестно. Если тебя не так донимают, займись другой работой. Точно. Меньше их, больше нас. Матфей, следуй за мной. Ты не поверишь. Мне никогда еще так не везло. И Симон просто так тебе их отдал? Я пообещала начать новую жизнь. И я начну ее, Тамара. Как? Мой шанс навсегда покинуть это место.
А как быть с Лемехом? Он тебя просто так не отпустит. А он и не узнает, пока сам не увидит. Я наняла человека, который мне покажет путь к городку далеко-далеко отсюда. 10 серебряников. Их как раз будет достаточно. Но, Мариам, Тамара, я так больше не могу жить. Меня раздирают стыд и чувство вины. Смерть Ионы заставила меня по-иному взглянуть на свою собственную жизнь. Я не хочу умереть блудницей. Я знаю, не будет мне прощения за грехи мои. Но, по крайней мере, можно хотя бы попытаться что-то изменить. Можно и мне с тобой? О, Тамара! Собери свои вещи и приходи сюда ночью. Послушайте меня, наконец. Мы знаем. Ты нам уже 100 раз говорил, что Иисус особенный, что мы должны Его услышать. Он вечером будет в моем доме. Как ваш друг, прошу вас, придите ко мне сегодня. Я устрою грандиозный пир. Хорошо, мы придем. Что я тебе говорил? Иисус хоть и кажется святым, но не брезгует трапезничать в доме сборщика налогов. Как он только может. Это вас удивляет? Говорю же вам, близится время, когда умершие встанут из могил. Эй, вы! Как же так, что учитель ваш ест вместе с грешниками и мытарями? Он ведь такой святой у вас! Поднимись, пожалуйста, и спроси его сам. Не ходи туда. Он умеет читать твои мысли. Он очень умный. Я его не боюсь. Ты задал очень важный вопрос, и я жду на него ответа. Доктор не посещает дома тех, кто здоров. Он ходит по домам больных. И что это значит? Я пришел, чтобы помочь грешникам покаяться. Но я не смогу делать так, если буду ходить только к праведным. Говорил тебе. Послушайте, было у одной женщины 10 серебряников. Однажды она заметила пропажу одного. Однако затем нашла его, позвала всех своих друзей и соседей и устроила большой праздник. Бывает радость и у ангелов Господних, когда хотя бы один грешник покается.
Ты уверена, что проводник не подведет? Не подведет. Он не получит деньги, пока не объявится. Я не вижу его. Ты видишь? Давай уходить, пока Лемех нас не хватился. Минутку. Половину сейчас, половину по приезду. А остальные мне. Приятно было иметь с тобой дело. Я хотела начать все сначала. Какая же ты дура! Ты действительно думаешь, что сможешь бросить все? Не слушай его. Мы сами доберемся. Желаю найти идиота, который даст блудницам нормальную работу. Об этом не подумали, да? А ей что будете? А спать где? Пойдем, Марьям. Иди, иди, если думаешь, что справишься. Правильно. Без меня ты никто. Попались. Когда Матфей рассказывал нам о тебе, я не верил. И даже сейчас все кажется таким... Ты говоришь, учитель, что даже мы, сборщики налогов, дороги Господу? Как такое может быть? Жил-был пастух, у которого было 100 овец. Однажды он заметил, что одной не хватает. Так он оставил 99, чтобы найти одну. Я безнадежен. Я не увижу больше света, и только темноту. Далеко от стада отбился этот агнец. Укажет ли пастух его путь ко мне? Даже если тучи мрачные небо застилают, заслоняя дорогу, даже когда ветер заглушает стоны страждущих, все же верой и любовью ведомый, я не успокоюсь, пока не найду утомленную, разбитую, одинокую и заблудшую. Радость переполняет ангелов небесных. Заблудшая овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока все потерянные не найдутся. Сколько я могу отворачиваться от него, от которого отбился? Слышит ли он меня, слышит ли мои мольбы? Но все же в глубине души теплится вера, надежда для меня. Держись! И вдруг из тумана и дождя я слышу тихий зов. Тот, кто отбился от 99. Теперь семья наша в сборе. Теперь здесь ангелы радуются. Потерянная овечка найдена. Потерянная овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока не найдутся все потерянные. А когда овечка была найдена, он созвал своих друзей и воскликнул: «Возрадуйтесь со мной, ибо нашел я потерянную овцу». Говорю же вам,
На небесах больше радости от одного покаявшегося грешника, нежели от 99 праведников. Я ухожу, Мириам. Я возвращаюсь к Капернаум. Извини, что все получилось не так, как ты хотел. Все еще впереди. Иона, пожалуйста. Если ты придешь к Иисусу, я уверен, Он поможет тебе, как помог мне. Иона, никто мне не поможет. Попробуй. Я уже пробовала. 100 раз уже пыталась. Я не вырвусь отсюда никогда. Я этого не заслуживаю. Ступай, Иона. Ты не сможешь мне помочь. Иди. Друзья мои, что вас привело в Иерусалим? Рэбе Иисус. Я слышал, он вернулся. Это правда, что о нем говорят? Что его следует опасаться? Я даже не знаю, что сказать о нем. Мы пришли за твоим советом. Он говорит, что имеет власть прощать грехи? Похоже на богохульство, я знаю, но есть также и положительные вещи, если говорить о нем. Мне трудно судить его, ведь я даже не видел его ни разу. Не пригласить ли вам его на ужин ко мне сегодня вечером? Не могу больше. Не хочу больше так жить. Господи, если ты меня слышишь, позволь мне умереть. Правду говорят о нем. Один вид его вызывает восхищение. Как? Я знаю тебя. Тебе нельзя сюда входить. Иисус, ты... Иисус! Если он такой святой, как о нем говорят, то он должен знать, что эта женщина грешница, ее следует осудить. Симон, я расскажу тебе кое-что. У одного заимодавца было 2 должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Продолжай. Но так как они не имели чем заплатить, он простил их обоих. Скажи же, который из должников более возлюбит его? Думаю, тот, которому больше простил. Правильно. Видишь эту женщину? Когда я вошел в твой дом, ты мне не дал воды ноги обмыть, а она слезами облила мои ноги и волосами своими отерла. Ты не встретил меня с целованием, а она не перестает целовать мои ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги.
А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие. Спасибо тебе, Иисус. Твоя вера спасла тебя. Иди с миром.